Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вновь программа «Всем». В течение получаса корреспонденты телекомпании «Орленок ТВ» расскажут вам о самых значимых событиях недели, о том, что радовало, огорчало и вселяло надежду. Коротко о главных темах. 4 марта христиане всего мира отметили праздник «Вход Господень в Иерусалим». Теперь для них началась самая строгая неделя поста – Страстная Седмица. В санатории «Смена» прошла третья выставка-ярмарка «Черноморье-2004». Туапсинский район готовится к встрече гостей. В этом сезоне их ожидается около 1,5 миллионов. Праздничное рандеву недели. Дом авиации и космонавтики «Орленка» отметил 35 лет. Филиалу Сочинского государственного университета туризма и курортного дела исполнилось 3 года. К юбилею подходит автобаза центра. 3 апреля жители Туапсинского района вышли на Всекубанский субботник. Весь апрель объявлен месячником по наведению порядка. Зима не торопится сдавать позиции. Сегодня во многих районах края прошел снег. В народе говорят, нестабильная погода будет держаться вплоть до Пасхи, Светлого Христового Воскресения. За неделю до этого дня православный мир отметил Вербное Воскресение. Около 2000 лет назад случилось великое чудо. Иисус Христос воскресил Лазаря. Толпа встречала его у стен Иерусалима как царя, устилая дорогу одеждой и пальмовыми ветками. Именно поэтому в христианском мире праздник также называют пальмовым воскресением. Поскольку на Руси пальмы не росли, их заменили ветками вербы. Это растение в средних широтах зацветает одним из первых. Христиане верят, что освященная верба обладает целебной силой, охраняет от всяких бед и напастей. По традиции, освященные ветки хранят дома, возле икон целый год, как особенное благословение. Вербное воскресенье предшествует Страстной Седмице. Именно на это время приходится самый строгий пост – память о трагических событиях. За несколько дней Иисусу пришлось пережить и предательство Иуды, и трехкратное отречение Павла, презрение народа и распятие. В пятницу во всех православных храмах, в том числе и в Новомихайловском, будет совершен вынос плащаницы. А в ночь с субботы на воскресенье пройдут праздничные пасхальные службы в честь самого великого христианского праздника – Воскрешения Христова. До начала летнего сезона осталось чуть меньше 2 месяцев. Жители Туапсинского района ведут активную подготовку к встрече гостей. Сегодня в Туапсинском районе работает 256 крупных здравниц общей вместимостью 40 тысяч человек. Только в прошлом году на нашем побережье отдохнуло 670 тысяч человек. 70 тысяч из них – дети. Как сделать отдых россиян интереснее, насыщеннее и тем самым привлечь большее число отдыхающих? Эти и многие другие вопросы обсуждались 1 апреля в санатории «Смена» поселка Шипси. Здесь проходила третья выставка-ярмарка «Черноморье-2004». Открытие выставки «Черноморье-2004» проходит весело, широко, с размахом. Именно так принимают гостей хлебосольные туапсинцы. На ярмарку прибыли представители администрации Краснодарского края, района, руководители здравниц, предприятий сферы обслуживания и средств массовой информации края. Главная цель встречи – обмен опытом, обсуждение наболевших проблем и перспектив развития курортного бизнеса. Ведь сегодня в крае работают 1200 предприятий санаторно-курортного комплекса, общей вместимостью 120 тысяч человек. В бюджет отрасли они дают 98% дохода. Законодательное собрание приняло в прошлом году программу развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края. Это впервые принята такая программа. В рамках этой программы вложено более 150 конкретных инвестиционных проектов, которые нам предстоит реализовать на территории Краснодарского края. В настоящее время исполняется программа «Ворота Кубани». По всей территории края создается единый туристический комплекс, призванный встречать гостей, обеспечивать достойный отдых и рекламу. Сегодня Краснодарский край – единственная территория, способная конкурировать с иностранными курортами. Мы обслуживаем хуже, чем обслуживали вчера. Вот здесь у нас целина, которую мы должны и обязаны все поднимать.
И об этом мы должны говорить честно и правдиво. Если в советские времена Туапсинский район принимал до 3,5 миллионов отдыхающих в год, то в прошлом году их было лишь 670 тысяч. Уменьшение числа гостей происходит за счет сезонности работы наших здравниц, недостаточного качества обслуживания и заоблачных цен. Надо смотреть и систему ценообразования. Если мы сегодня сделаем и повесим на одного отдыхающего, который отдыхать будет здесь 2-4 дня, весь свои затраты годовые, никто к нам не приедет. Решить проблему может усиление лечебной базы здравниц и развитие туристического комплекса. Кроме этого, необходим ремонт федеральных дорог и восстановление движения водного транспорта. Эти и многие другие вопросы будут вынесены на обсуждение Государственного совета по курортам, который пройдет в Краснодарском крае в июне 2004 года. В завершении делового разговора несколько приятных минут. Награждение победителей смотра конкурса на лучшую санаторную, оздоровительную и детскую оздоровительную организацию 2003 года. В номинации «За лучшую образовательную программу» диплом получает Всероссийский детский центр «Орленок». Здесь мыслят с опережением. Сотрудники дирекции спортивных, туристических и образовательных программ разрабатывают новые маршруты и готовят квалифицированных специалистов. Управление охраны здоровья детей обновляет лечебную базу. Улучшается комфорт и оснащение спальных корпусов. Буквально в апреле месяце мы сдаем в эксплуатацию наш отремонтированный лагерь, детский лагерь «Штормовой». Сейчас заканчиваем текущий ремонт детского лагеря «Звездный». Активно приступаем к ремонту наших летников. Я думаю, что к началу сезона, и в этом есть уверенность полная, мы как раз в этом году хорошо подготовились, мы закончим все ремонтные, восстановительные работы, детский лагерь распахнет свои двери и начнет свой летний новый сезон 2004 года. Продвигать на рынке бренд «Орленка» помогает отдел рекламы и связи с общественностью. В 2004 году стенд центра был размещен на выставках в Анапе, Геленджике, Сочи и Москве, а участие в ярмарке «Черноморье» давно стало традиционным. Отдел рекламы и связи с общественностью, в общем-то, молодой отдел. Он существует 2 года. А лагерь существует 40 лет. И работа у нас очень ответственная, потому что мы должны поддержать имидж лагеря на должном уровне. Потому что «Орленок» всегда гремел, «Орленок» всегда был славен своими традициями, своим полетом, своими вожатыми, своим содержанием. И мы сейчас подключаемся, чтобы на современном уровне, современными материалами, современными какими-то средствами по-прежнему сказать: «Орленок жив, Орленок по-прежнему всех ждет, и Орленок рад встрече с детьми». На выставке можно познакомиться с самыми передовыми технологиями, оценить вкусную продукцию предприятий питания, выбрать мебель для спальных корпусов и офисов. Кроме этого, на Туапсинский рынок пришли медицинские научно-производственные объединения. Здесь представляем свою продукцию. Это натуральные ингредиенты для хорошего самочувствия, здоровья. Это витаминизированные кисели, которые дают нам бодрость, хорошее настроение, подпитывают нас с точки зрения витаминов, дают минералы, необходимые нам для жизнедеятельности. Очень много наработок по проблемам аллергии, дисбактериоза у детей Краснодарского края. Хорошие есть данные по работе и лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Оздоровить и обеспечить отдых россиян – такова цель нового курортного сезона. В этом году цифры прогнозируются фантастические – 1,5 миллиона человек. Остается надеяться на хорошую погоду и готовиться к встрече гостей. Минувшая неделя была ознаменована огромным числом праздников, юбилеев и подготовкой к ним. Так, накануне 10-летия педагогического колледжа «Орленка» его сотрудники решили поделиться наработанным опытом и провели круглый стол под названием «Перспективы взаимодействия и работы на 2003-2004 учебный год». В его работе приняли участие сотрудники всех педагогических отделов «Орленка». Педагогическая среда «Орленка» является воспитывающим фактором не только для ребенка, но и для молодого педагога. На этой благодатной почве и вырос педагогический колледж. За время своего существования он накопил богатые знания и опыт. За круглым столом работники колледжа поделились своими идеями с сотрудниками педагогических отделов центра. Многие узнали о наших возможностях, и мы определили механизмы взаимодействия с другими отделами.
То есть очень активно мы готовы помогать детским лагерям. Методический фонд колледжа постоянно обновляется. Помогают в этом средства периодической печати, интернет и обмен опытом с базами практики студентов. Сотрудники колледжа и их подопечные готовы провести консультацию по разработке и организации проектов по профилактике вредных привычек, развитию коммуникативных навыков и пропаганде здорового образа жизни. Учебно-методическая база колледжа богата видеоматериалами и наглядными пособиями. Есть здесь и своя слайдотека. Также не стоит забывать, что у нас такая более профессиональная библиотека, где уже более 6000 книг, возможность, то есть воспитателям приходить тоже и самообразовываться, и работать с компьютером, и пользоваться даже интернетом при наличии своей интернет-карты. Помогать колледж «Орленка» готов не только сотрудникам Всероссийского детского центра. Педагогическую консультацию окажет всем организациям округа и даже района. Коллектив колледжа считает, что более высоких результатов можно добиться не поодиночке, а при тесном сотрудничестве. Подготовка высококвалифицированных кадров для Орленка, района и всего Краснодарского края началась с появления в центре педагогического колледжа. А затем у руководства Орленка возникла идея создать свое высшее учебное заведение. Так, 3 года назад в центре появился филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. 29 марта студенты отмечали день рождения своего учебного заведения. 3 года назад Антонина Ковалева приехала к ректору Сочинского университета Григорию Яковенко. Она сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться. А именно, на базе Орленка открыть филиал. В этом же году мы подали документы на лицензирование Министерства образования по 3 специальностям. Педагогика и психология, государственное и муниципальное управление и социальная педагогика. Чем, собственно, занимался педагогический колледж. На сегодняшний день филиал может похвастаться своими достижениями. В помощь студентам подобрана хорошая библиотека. Занятия проходят в отремонтированных, удобных аудиториях. Стабильный высокопрофессиональный кадровый состав обеспечивает эффективное обучение. Нравится мне сюда ездить, потому что здесь какая-то своя особая атмосфера. Возможно, это связано еще и с атмосферой Орленка. Здесь такой, понимаешь, как такое маленькое сказочное царство, личный праздник. Поэтому все любят сюда приезжать. С другой стороны, здесь очень приятные студенты. Очень приятно в том отношении, что они очень ответственные, ищущие, действительно рвущиеся к знаниям. Они очень отличаются от наших студентов. У нас они разбалованные. Перспективы у Сгутика, как ласково именуют свое учебное заведение студенты, большие. В этом году филиал открывает новый факультет. Здесь будут обучаться специалисты в области молодежной политики. В ближайших планах осуществление свободного доступа в интернет, а также выпуск 1-х 2 номеров научно-методического журнала «Рекреационная педагогика». Учредителями издания являются Всероссийский детский центр и Сочинский университет. 1-й номер будет посвящен юбилею Орленка. Возможности есть, просто нужно очень-очень много работать и студентам, и преподавателям, мне как директору. Приближается к своему юбилею и автобаза центра. 31 марта этот многочисленный отдел Орленка отметил свое 38-летие. Сегодня автобазе есть чем гордиться. Только за последние 3 года в ней появилось более 40 новых автомобилей. За время строительства Всероссийского детского центра «Орленок» место расположения автобазы менялось неоднократно. В 1960 году машины стояли под открытым небом на месте лагеря «Звездный». Затем построили деревянный гараж за фабрикой-кухней. Некоторое время транспорт ставили даже в пожарном депо. И лишь в 1966 году состоялось торжественное открытие автобазы «Орленка». Сразу получили автобусы, пазики все с Павловского автобусного завода. 10 у нас было автобусов. Потом еще 2 торпеды были такие автобусы. Ну, вы не знаете, это автобус, у которого нет крыши. Открытый. Но потом мы от них немножко отказались, потому что, когда едем в Сочи, все дети укачиваются, и каждый хочет ехать в торпедо, не хочет в таком автобусе. Да. Вот так. Так и кадры подбирали. Отбирали очень тщательно хороших людей, которые уже по много лет работали в автобазе у нас. И сейчас некоторые работают. Турбин, Говорящук, Дима. Ну, очень много. Еще осталось тех старых кадров. Да? Иван Федорович Красицкий – первый начальник автобазы. Более 30 лет проработал в «Орленке». Из них 22 года в транспортном отделе. До сих пор помнит всех водителей, с которыми ему приходилось работать. Многие из них трудятся и по сей день. Требования были, конечно, к водителям жесткие, да? Потому что вожатые молодые все были.
еще сами почти как дети. Вот, допустим, в Сочи приехали, да, и есть там такой Агуры, да, там международный молодежный лагерь строился. Орлят вот привозим туда 500 человек, спать надо, их ложить прямо на земле. Значит, водитель должен посмотреть, сели его дети, сели, покушали, сели, сходили в туалет, сели там, марафет навели, сели на месте. То есть он как и вожатый, как наставник вожатого. Водитель в Орленке не просто водитель. Привезти и отвезти может каждый, а вот найти общий язык с детьми дано не всем. Потому и приходится водителям Орленка быть и педагогами, и психологами, и романтиками. Дети, в свою очередь, доверяют шоферам, как своим друзьям. По словам водителей, для них это самая лучшая награда. Начало апреля оказалось на редкость плодовитым. 5 числа, накануне Дня космонавтики, свое 35-летие отметил Дом авиации и космонавтики «Орленка». В стенах этого уникального детского центра работают замечательные люди. Те, кто проводит экскурсии, занятия с детьми, пополняет макетный фонд и создает уют. 35 лет жизни ДАКа в нашем следующем репортаже. Летят в эфир сигналы азбуки Морзе. Слушайте все. В единственной стране детский дом авиации и космонавтики отмечает свое 35-летие. Юнус Османович Ачух, преподаватель дополнительного образования ДАКа, работает уверенно. Стаж за плечами немалый. 32 года Юнус Османович обучает орлят премудростям морзянки. В ДАК пришел еще школьником. Вначале работал проводником, водил ребят в походы. Затем стал преподавателем, а с 88 по 93 год был начальником ДАКа. Для него Дом авиации и космонавтики не просто место работы. Я даже когда в отпуске, вот, иногда вот хочется опять, ну, вот, тянет уже в какое-то время отдохнувший, да, уже хочется опять на работу. То есть, наверное, хобби своего рода. Много интересных, неординарных людей связали свою жизнь с Домом авиации и космонавтики «Орленка». Его первым начальником и основателем был Иван Алексеевич Пучков, летчик-истребитель, создатель школы юных космонавтов в городе Сызрань. Он приехал в «Орленок» по путевке обкома партии в январе 1969 года. Работать приходилось много. ДАК создавали практически на пустом месте. Перестраивали здания, завозили первые экспонаты. Трудились с энтузиазмом, присущим тому далекому времени. Когда я пришла сюда работать, тут еще ничего такого не было. Еще мы переделывали здесь кабинеты. Тут сколько мусору, сколько всего было, кирпичи, все мы вытаскивали. Горячей воды не было, полы мыли, и лед покрывал это. Такая холодина была. Благодаря слаженной работе коллектива уже 5 апреля 1969 года состоялось торжественное открытие Дома авиации и космонавтики «Орленка». На открытии был, открывал космонавт Леонов. Была натянута шелковая лента. Вся орлятская молодежь, пионеры, комсомольцы уже стояли по отрядам. Чуть ли не до моря была вот эта длинная колонна. В тот день сотни первых орлят увидели достижения советской космонавтики. Спускаемый аппарат космического корабля, луноходы, скафандры и продукты питания первых покорителей Вселенной. В 70-е годы каждый мальчишка мечтал стать летчиком или космонавтом. Ребята изучали основы теории полетов, авиационно-космической техники и медицины. Занимались штурмоподготовкой и даже прыгали с парашютом. Первый год орлята совершили 16 тысяч прыжков с парашютной вышки. Но больше всего впечатлений приносило живое общение с космонавтами. Здесь побывали Алексей Леонов, Виктор Горбатко, Николай Рукавишников, Георгий Гречко и бывший орленок, ныне космонавт Сергей Кричевский. Теперь многое изменилось. Полетом в космос уже никого не удивишь. Но сотрудники Дома авиации и космонавтики «Орленка» продолжают работать. Пополняется макетный фонд, реставрируются экспонаты, проводятся экскурсии и занятия с детьми. Как и 35 лет назад, Дом авиации и космонавтики «Орленка» увлекает небом ребят. Здесь очень многому могут научиться тому, что ты хочешь, и то, что тебе в жизни пригодится. И, может быть, что-то найдешь для себя интересного и нового.
Новых геологических открытий, большой руды, воды, нефти и удачи 4 апреля желали геологам России. В этот день люди мужественной профессии отмечали свой праздник. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР еще в 1966 году. О том, как работают молодые исследователи необычной геолого-географической школы Новомихайловского округа, вы узнаете из репортажа нашего корреспондента Анны Рыжониной. Геолог – это призвание, образ мышления и жизни. Это философия. Ольга Постаногова 10 лет проработала в научно-исследовательском институте города Геленджика. Занималась гидрогеологией. Но судьба распорядилась таким образом, что любимую науку пришлось оставить. Вести уроки географии в обычных кабинетах школы оказалось неинтересно. Подсказку дал сын Ваня. Преподаватели школы искусств очень хорошо отзывались о его рисунках, особенно о пейзажах. Тогда возникла идея ходить со всеми желающими ребятами в походы и зарисовывать увиденное. Так появилась геолого-географическая школа. В нашем запасе около 1000 рисунков из области геологии, палеонтологии. Дольмены мы зарисовывали, водопады в горах. Потом мы стали рисовать все растения дендропарка в Орленке. Потом перешли на растения леса. Все раковины, которые есть у нас на берегу моря, и водоросли. На сегодняшний день на основе детских рисунков изданы 3 карты. Готова к печати и 4-я. Придуманы 3 настольные игры. Написана книга. Все материалы собраны и оформлены детскими руками. Рецензия написана ведущими учеными Московского университета. В скором времени она будет доступна широкому кругу читателей. Орленок выделил на издание книги немалые средства. Из тех ребят, которые сейчас занимаются в геологической школе, науку выберут единицы. Они отчетливо представляют себе особенности профессии геолога. Кроме хорошей физической формы, ему требуются глубокие знания по физике, химии, математике и современным информационным технологиям. Сложные походные условия – постоянный спутник человека этой профессии. Но геология, как никакая другая наука, позволяет увидеть необычное в обычном. Но, думаю, не все способны на то, чтобы разглядеть в каком-то кусочке камня разные породы, игру света порой. История жизни каждого камешка и даже песчинки доступна только настоящим мечтателям. Геология продвинулась далеко вперед, но люди, связавшие с ней свою судьбу, как и прежде в душе, остаются романтиками. Самый смехотворный день недели – 1 апреля. Его смело можно отнести к международным, поскольку он с одинаковым успехом отмечается и в России, и в Германии, и в Англии. В одних странах его называют днем смеха, в других – днем дурака. В любом случае с удовольствием хохочут и шутят друг над другом. Признавайтесь, разыгрывали с ней детей? Нет, у меня не получилось, я сама не разыграла, меня разыграли с утра. Как? Мне сказали, что у нас сломана кровать, что пробита стенка, и вообще, что я сзади вся в побелке, и еще что-то было. Что юбка порвана. Да, что юбка порвана. И вообще, шутка прошла или все? Шутка прошла, я сегодня попалась на каждую шутку. Нам сказали, что мы едем домой, собрались по группам, то есть делегации Мастрахани, Ростова и так далее, а потом вывели нас в корпус. Мне сказали, что у меня белая спина, я забыла, что 1 апреля. Говорю, ну отряхнись спину, все отряхивают, говорят, но не смывается. Вот с таких веселых розыгрышей начался день смеха в детском лагере «Стремительный». На этом решили не останавливаться и продолжили отмечать первоапрельский праздник КВНовской игрой. В остроумии и находчивости состязались 3 команды. Наряду с ребятами в игре приняли участие и вожатые. Конкурсы были несложными, но все же шутить было нелегко. Но это только в начале. В середине игры команды вошли во вкус, почувствовали уверенность и азарт. Дух соперничества, как ни странно, не наблюдался. Команды переживали друг за друга. За каждым выступлением внимательно следили из-за кулис. И вот решающее слово жюри. Первое место заняла сборная команда 3-го холла. Единогласно ее выступление признано как самое лучшее. Потому как именно эти ребята вывели нехитрую формулу первоапрельской шутки. Лучший розыгрыш тот, над которым громче всех смеется ее герой. В конце недели народ изрядно подустал от большого числа праздников, поэтому в субботу решили выйти на всекубанский субботник. Невзирая на ранги, подметали, чистили, убирали дворы и взрослые, и малыши. На Кубань вернулась зима. Недавно высаженные цветы в лунном городке пришлось срочно спасать. Но холодная погода и даже намеки на снег не спугнули борцов за чистоту. На помощь коммунальным службам пришли как отдельные граждане, так и целые организации. В Орленке и поселке Новомихайловский для субботника заготовлены сотни лопат, метел и граблей.
Несмотря на выходной, жители вооружились орудиями труда. Они вышли во дворы домов и на рабочие места, чтобы навести порядок. Вы сегодня работаете? Нет, сегодня не работаю. Сегодня я прошлый пришла на субботник. А не тяжело было и в нерабочий день прийти на субботник? Нет, не тяжело, ведь это надо для нашей страны, для всех нас. И хорошо, когда наше отделение будет чисто, красиво. Всюду видны горящие мусорные кучи. Дым от них сделал похожим улицу на поле боя. Но даже дети не остались в стороне от места главных военных действий. Алина Корженко честно призналась, что по собственной непоколебимой воле пришла помогать маме. Она наравне со взрослыми убирала территорию вокруг Дома культуры «Юность». Еще Алина открыла военную тайну. Люблю субботники. Также марш-бросок против беспорядка совершили отважные учащиеся школы номер 10. Они окопали газоны и кустарники, побелили деревья, собрали старые ветки и мусор. Заборы школьного двора засверкали свежей краской. Классные руководители еле поспевали отдавать команды. Мы чистоту поддерживаем регулярно. Каким образом? Смотрим, у нас за каждым классом закреплена территория. Как только грязно, мы выходим, убираемся. И без напоминаний стараемся поддерживать. А сегодня просто праздник трудовой, поэтому мы все пришли. Со всех уголков поселка звучала динамичная музыка. Атмосфера на самом деле царила не рабочая, тем более не военная, а праздничная. Люди работали с энтузиазмом и хорошим настроением. Уже к середине дня они сделали дворы чистыми, светлыми и уютными. Несомненно, вы обворожительны, но всегда есть возможность добавить чуточку шарма. Салон «Парикмахерская Шарм», улица Мира, 84. Мы работаем без выходных и перерыва. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Желаем всем телезрителям удачной недели. Пусть сбываются все самые заветные ваши желания. Будьте счастливы и до следующего понедельника. Вот идет по свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Сердце валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна.